Сегодня у нас замечательная погода, светит солнце, ночь была морозная, трасса очень твердая, очень быстрая. Секунды показывают спортсмены, наверное, лучшие свои секунды в этом сезоне. Наша гонка официальная, внесена во все календари, и по ней присваиваются разряды. Поэтому это очень важно именно для тех, кто хотел показать хороший результат и повысить, может быть, первый свой разряд получить. Я думаю, что у всех у них это получилось. Более 1200 участников вышли на старт во всех возрастных категориях, от самых маленьких до ветеранов спорта и возрастных участников. Считается, что головинская лыжня, она является своего рода закрытием сезона. Да, это действительно это самое массовое соревнование, которое у нас происходит в течение зимнего сезона лыжегоночного. Но на этом сезон у нас не заканчивается. Сезон мы заканчиваем, когда заканчивается снег. А сейчас по погоде мы видим, что еще нам бегать, наверное, 2 недели можно спокойно. Потому что запаса снега хватает. Подушка у нас наморожена. То, что мы делали еще в ноябре месяце, это нам дает свои плоды. Поэтому снег тает медленно. И ночные морозы, они, в общем, тоже способствуют сохранению трассы. Есть возможность еще кататься, есть возможность у спортсменов, которым важно закатиться после гонок, после соревнований, завершить сезон комфортно и позитивно. Также, если есть такие, кто еще по каким-то причинам не выходил в этом сезоне на старт и не выходил в этом сезоне на лыжню, еще есть 2 недели достать лыжи с эндресоли и, в общем-то, по весеннему солнцу, по быстрому снегу покататься и, так сказать, заскочить в этот вот уходящий поезд зимний.